Ну а что вы думаете о современных репродуктивных технологиях? Как относиться к людям, которые к ним прибегают? Как по-вашему? Я думаю, что эти люди испробовали общепринятый метод, прежде чем пришли к подобному решению. Это была их последняя попытка завести детей. В любом случае, я за то, чтобы дети рождались, за продолжение рода. Если они хотят детей, то, пожалуйста, любыми способами. Если не получается обычным способом, можно и пробиркой. Звичайно, а что ж бедненьким робить? Конечно, хорошо. А что же бедненьким делать? Как иначе? Из детского дома брать? А так они родненькие. Оплодотворили, вживили, а они родили. И это прекрасно. Конечно, я только за. Но они не останавливаются, несмотря ни на что, идут вперед, наверное. Ну, я, наверное, на их месте взяла бы ребенка с детдома, но у каждого есть свой выбор. Хороший вопрос. Никогда не думала об этом, но думаю, что это для меня это не проблема. Что, ну, что это тоже люди, и какая разница, как они зачаты. Я думаю, у них есть свои причины для этого, и в большинстве случаев это единственный метод, чтобы как бы получить детей, так что только позитивно. Можно сказать, что все, что происходит в мире, неестественно, в том числе и сама наука. Но если это было придумано учеными, то это часть нашей жизни. Я не из тех, кто считает, что на появление ребенка людям нужно давать специальное разрешение. И в этом смысле не должно быть разницы, какая пара – гетеросексуальная или гомосексуальная. Я отношусь абсолютно нормально, потому что не все женщины могут, скажем так, нормальным путем это сделать. Ну, я считаю, что как вариант, почему нет. Ну, если у них нет возможности по-другому, можно установить кого-то, наверное.